Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Прошел месяц после пикировки, и вот мои подписчики спрашивают, покажите, какая у вас эстома. Сразу скажу, что после пикировки она у меня как-то остановилась в росте. И сидела, и вот сейчас вроде оправилась и нормально. Чувствует себя хорошо. Сразу покажу вот эта эстома, которую мы сеяли 4 ноября. Она вот уже такая большенькая. Развивается нормально. И вот эстома, которую мы посеяли сразу через 3 недели. После первой партии. Она немножко поменьше, конечно. Также продолжаю поливать кальциевой селитрой, потому что вегетационный период у эстомы очень длительный. И чем бы ты ее не удобрял, чем бы ты ее не подкармливал, но если генетически заложена, такая она и будет. Вот эта эстома, которую сеяли позднее, то есть в декабре месяце. Итак, продолжаю эстому подкармливать кальциевой селитрой, нитроаммофоской. Чередую, опрыскиваю HB101 и энерген. И что самое важное, я для себя уяснила, эстома очень любит тепло. После того, как я ее переместила на полку, где у меня температура плюс 25 градусов, где у меня стоит катарантус, который тоже очень теплолюбивый, и эстома сразу стала преображаться. Вся живенькая, здоровенькая. Вот такая вот. Небольшой такой обзор. Столько у меня эстомы. Ну, всех больших-больших удач в выращивании эстомки. До свидания.